Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сейчас мы будем готовить рулет из лаваша с курицей по типу курника. Готовить просто, рулетики получаются очень вкусные. Такая закуска украсит любой стол. Нам для этого понадобится лаваш армянский тонкий, вареное куриное мясо, в данном случае куриная грудка, лук, чеснок по желанию, сыр, перец черный, соль, майонез и растительное масло. Готовить очень просто. В первую очередь нам нужно мелко нашинковать лук и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Разогреваем растительное масло и отправляем сюда лук. Лук время от времени нужно перемешивать, чтобы он равномерно поджаривался. Пока лук жарится, нужно обобрать куриное мясо. И порезать его маленькими квадратиками. Лук стал принимать золотистый цвет. Отправляем куриное мясо вареное. И жарим теперь с ним. Хорошо перемешиваем. Теперь можно немного подсолить и поперчить. Жарим, чтобы кусочки курицы стали немного подрумяниваться. Ну все. Курица немного подрумянилась, начинка готова, выключаем. Теперь ей нужно дать немного остыть. Начинка остыла, теперь мы можем сюда выдавить 1-2 зубчика чеснока, но это по желанию. Так как в этих рулетах будет присутствовать майонез, то чеснок с майонезом очень хорошо сочетается. Ну, вот так будет достаточно. И перемешиваем. Ну, а теперь все просто. Берем лаваш, выдавливаем на него майонез. Распределяем его по всей поверхности. Такой тонкий лаваш очень быстро высыхает на воздухе, поэтому желательно его вот смазывать все-таки майонезом. Ну и теперь равномерно сюда высыпаем нашу начинку. Теперь немного берем, притрухиваем это все сыром.
Ну и берем аккуратненько, скручиваем это все в рулет. Ну вот, все делается очень быстро и просто. Теперь лавашам нужно дать часик-два настояться. Можно поставить их в холодильник. И все. И их можно будет уже резать порционно и кушать. А можно их разрезать на несколько частей. И каждую часть немного обжарить на сливочном масле. Ну что, рулетики немного настоялись. Теперь их можно порезать. Такой у них вид. Вот выкладываем их на сливочное масло. И жарим немного до румяной корочки. Ну вот, небольшой румянец появился. Переворачиваем. И точно так же жарим с другой стороны. Ну все, с обратной стороны они поджарились. Вынимаем. Вот такая получается очень вкусная закуска. Делается быстро, но она очень вкусная. Ну вот такая красота получилась. Очень вкусная. К ним подойдет любая аджика, любой соус.